бесплатная ветсанчасть, уже легла спать. Включен ночной режим. Здесь у нас Мурочка сегодня на обогреве, у нее стоит коврик с подогревом. Давайте заглянем напоследок к Варечке и Снежке. И отправимся спать. Тихо, тихо, тихо. Снежа, опять ты все разорвала? Снеж. Варечка, привет, как дела? Тихо, Снеженька, Снеж. Привет, Варюнь. Варечка. Тихо ты, Снеженька, Снеженька, да, Снеженька, Снеженька, Снеженька. Снеженька отличная собака. В общем, друзья, девочки у нас, которые кормят Варечку и Снежку, говорят, что теперь по утрам заходят. И эта девочка сама периодически подходит. Снеж, успокойся, успокойся. Видите, статная какая она стала, королева. То солнышко. Снежа, Варечка хоть от тебя отдохнет, можно сказать. Нет, отлично им вообще вместе сидится. И теперь думаю, как поедет Варечка одна без Снежки в Москву. Ну, немножечко отдохнуть друг от друга, соскучиться. Да, по тебе ты. Конечно, по тебе еще. Только так можно соскучиться. У Варечки теперь места нет из-за тебя. Отходи, Снеж. Снежа, уходи, я постелю Варечке. Уйди. Снежа, уйди отсюда. Пошла, давай. Давай, отходи. Посмотрите на ней. Варюш, держи хоть какое-то местечко тебе. Уйди ты, Снежа. Ой, господи. Варечка, на. Вот. Может быть, получится до утра тебе место охранять. Хотя, конечно, вряд ли. В общем, постоянно здесь происходит движение. Ну, конечно, когда человека нет, Снежа ведет себя спокойнее. Я сказала, нет, я буду Варю гладить. Нельзя. Снежа. Варечку я хочу погладить. Варечку. Красивая девочка. Умница. Совсем стала другая собака, но ты кого хочешь изменишь, наверное, да? Снежа? А Снежа? Да, соседство с тобой идет на пользу, это однозначно. И ты веди себя культурно, что это, все разодрала. Варечку залезала всю. Проказа. Ладно, друзья, доброй ночи от Снежи, от Варечки. И от всех верновцев. А мы скоро поедем на операцию. Завтра как раз с утра будем общаться с врачом по поводу дня и даты. Я думаю, что на следующей неделе мы помчимся. Все, доброй ночи. Невозможно уйти от этих девчонок без угощений. Так, Снеженька, Варечка, ты знаешь, что это вкусняшка, да? Облизнулась? Так, тихо, тихо. Сидеть. Нет, сидеть. Нельзя себя так вести. Снежка, на. Варечка, будешь вкусняшечку? На. Я вас... Ну, если я положу, она ее съест. Держи. Держи тебе. Вот так. Тебе, Варечка, на. Я уверена, что ты можешь есть вкусняшки вполне себе очень даже. А ты аккуратнее ешь. Все, Варечка. Не отдавай свое добро. Кушай сама, ладно? А теперь доброй ночи. Ну, в общем, друзья, Снежка с Варей передали вам доброй ночи. Как и все верновцы, желаем доброй ночи. О кошках расскажем завтра, что у нас за события будут. А по поводу, там сейчас был комментарий, мне очень жалко Варечку, она сидит на голом полу. Снежка у нее все забирает. Вы знаете, Снежка дала ей очень многое и еще очень многое даст. И пока, вот я сейчас их угостила вкусняшками, Снежки больше, Варечки чуть меньше, там две палочки Варечки, остальное Снежки. И ушла переодеть колпак для Жужи. На чуть-чуть поменьше, на 5 сантиметров, он ей комфортнее, на 25 сантиметров поменяли. Так вот, секундочку, машина проедет.
пока я сидела с той стороны, то есть у нас 6 боксов с этой стороны и 6 с той. И ровно соседствует 11-й бокс, в котором сейчас Жужа, и второй, где Варя со Снежей. Они вот прям через стенку. Я сижу, кормлю Жужу, тоже привереда в плане еды. У нее там есть свои прикольчики, типа бульона. Видимо, ее кормили бульоном, может быть, супчиком всю жизнь. И вот ей, когда водой размешиваешь кашу, она ест. Без колпака. В колпаке она не ест. Ну, в общем, пока мы с ней кушали, там, за стенкой, произошла потасовка. Несерьезная, но потасовка. И, похоже, рычала, а Варечка охраняла свои вкусняшки, потому что был рык, а потом такое скуление, явно щенячье. То есть Снежка поняла, кто главный, и отошла. То есть Варечка позволяет делать Снежке все, что угодно, но ровно до того момента, пока Варечка это разрешает. Когда Варечке что-то не нравится, она, судя по всему, может за себя постоять. Вот она что-то, может быть, одеяло Снежка хотела забрать, я не знаю, что там было. Но когда я пришла, Снежка сидела извиняющаяся в углу такая сидела, пописала немножко под себя, а Варечка сидела спокойно и на меня смотрела, типа, да, вот так. Так что все у них нормально, не переживайте. Ну, а теперь точно. Доброй ночи.